Более 6,5 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Одну дозу препарата получили свыше 70% жителей. Бустерную прививку сделали порядка 80%. Нынешняя эпидемиологическая ситуация – тридемия. Сохраняется коронавирус на очень низкой активности. Одновременно циркулируют респираторные вирусы и грипп. В стране 11 февраля могут не работать банковские карточки. Будут проводиться технологические работы. С 2 до 3 ночи пользователи, возможно, столкнутся с перебоями в обслуживании в банкоматах, магазинах, заправках и других организациях торговли, устройств самообслуживания и мобильном приложении. В Бобруйске в 2022-м под колесами поезда пострадали 3 человека, 2 погибли. Самые частые причины трагедии – спешка и невнимательность. Под скоростной транспорт попадают как дети, так и взрослые. Правоохранители усилили контроль на ЖД-переездах. Выставка дизайнерских украшений, аксессуаров и панно «Откровенно о сокровенном» откроется в Бобруйском художественном музее. Посетить экспозицию можно с 10 февраля по 1 марта по адресу Социалистическая, 100. Время работы – с 10 до 19 часов. Выходной – понедельник, вторник. В Бобруйске 10 февраля пройдет День трезвости. Профилактическая акция направлена на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства. Продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в Розлив, будет ограничена в течение всех суток.